Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу сделать для вас расклад, который я очень часто делаю под разными названиями. На своем канале называется он «Смотреть сквозь пальцы, что вы не замечаете». Сейчас такие, знаете, очень интересные времена, не связанные с тем, что происходит в мире, а с точки зрения той энергии, которую я считываю во время раскладов. И действительно я вижу очень много трансформаций, таких перемен, которые как раз-таки способствуют нашему развитию, нашему росту. И мне захотелось сделать маленький расклад, я не хочу делать большой, просто посмотреть, что важного вы не замечаете сейчас, да, что вы упускаете из виду, если так можно сказать. Так, позиции, как обычно, тайм-коды есть. Не забывайте подписываться на мой канал в Телеграме. Все контакты есть в описании. А мы с вами сразу приступаем без отлагательств. Позиция номер один, голубенький камешек. Давайте мы посмотрим сегодня с вами, что важного вы не замечаете. Да? Что такое происходит, и вы не замечаете. Как этот опыт былых ошибок. То есть вы как будто бы не замечаете свои успехи, то, чего вы добились, то, чему вы научились. Вы не обращаете внимания на то, что вы очень близки к завершению чего-то, да, то есть достижению какого-то вашего успеха. То есть остался буквально, вы уже на финишной прямой, и вам остался один шаг. И вы как будто бы этого не замечаете, что вы очень близки. Здесь вы остановились где-то, в каких-то моментах, может быть, упираетесь на чем-то своем, таком достаточно знакомом вам, старом, на каких-то старых убеждениях. Да? Но здесь вот такое ощущение, что у вас примерно процентов на 80, где-то на 90 уже все изменилось в вашей жизни, и вот эти вот буквально 5-10%, которые остаются, вы из последних сил как будто бы держите за них, что ну вот все у меня забрали, да, все поменялось, но хоть что-то должно же остаться. И вот вы не видите как будто бы то, что изменилось, и вот именно вот этого нового в своей жизни вы не видите. Вы не видите тех успехов. Что вы не видите, выпадают негативные карты, пятерка кубков. Вы не видите действительно то, к чему вы пришли. Здесь как будто бы, знаете, такое немножечко сокрушительное, ну, усталость, да, такой тоже может быть, трудный путь, многое чего было на пути. И где-то такая, знаете, временная недоступность к чему-то такому позитивному. Поэтому вы не видите, как вы повзрослели, зрелость именно психологическая, не биологическая. Вы не видите, насколько вы стали гармоничными, вы не видите, насколько вы изменились, насколько вы стали более таким, знаете, уверенным человеком, принимаете решения. Есть уже какая-то зрелая позиция, и вы это не видите. На что вы еще не обращаете внимания? Ну, аркан смерти, на те перемены, которые произошли в вашей жизни, что вот прошлого... Просто оно уже прошло. Здесь, знаете, такой интересный момент. Вы уже, как будто бы ваше тело, оно живет в новом. А где-то ваше сознание, где-то ваши мысли, воспоминания, они как будто бы живут еще в прошлом. То есть вы не видите то, что вы прошли уже этот темный этап своей жизни, и вы уже полностью находитесь в чем-то новом. Но такое ощущение, что вот поскольку вы погружены внутрь себя, и ваши размышления, они сконцентрированы на каких-то прошлых программах, на прошлых сценариях, вам кажется, что вы... Сейчас я вам пример приведу, чтобы вам было понятно. Вы как будто бы спите. Вот ваше тело, оно уже находится в новом. Уже новый день наступил, да, на дворе уже там 12 часов дня, солнышко светит. А вы еще спите, то есть вы, по сути, находитесь в своем сне, в своих сновидениях. Вот эти вот сновидения – это ваше прошлое. Тело-то уже находится в новом мне, да, уже все изменилось.
И только лишь в вашем сознании какие-то моменты прошлого, отголоски прошлого, они есть. И вы почему-то на них обращаете внимание. Что еще вы не видите? Нового начала. Вот я говорю, вы не видите этих перемен. Эти перемены произошли, но вы еще о них не видите. Почему? Потому что вы внутри не созрели. Вы как будто бы, знаете, не переключились. Не переключились с одной волны на другую. Вот вы еще как будто бы вещаете на волне старого, а вам нужно просто взять ваш регулятор и переключить на новую волну. Вы вот этого нового не видите. Вы уже не видите, какой королевой Пентаклей вы стали, да? Уверенной, женщина, которая умеет зарабатывать, у которой есть деньги, у которой есть ценности, у которой есть богатство, как внутреннее, так внешнее, вы этого не видите, да, вы не видите, насколько вы приобрели ценность себя, насколько вы важны и значимы стали для себя в первую очередь, не видите свою внутреннюю красоту, не видите свою мягкость, заботливость, свою преданность, то есть вы не видите какие-то свои позитивные качества и свойства. Да, видите, лишь короля мечей, такого, знаете, холодного человека, да, рассудительного. Здесь чувство, как будто вы не видите женских своих качеств, если вы женщина, а акцент больше делаете на холодный разум, на логику. Ну вот то, что вам было присуще в прошлом. Новую себя, вот так скажу, вы не видите. Давайте один вопрос задам. Что вам поможет увидеть все это новое? Убрать страхи и поставить точку. Здесь просто вам нужно захотеть увидеть новое. Прямо вот каждый день поставьте себе такой настрой, что нового я увижу. Вот прямо в течение дня отслеживайте новую себя. Здесь новое, по-новому я стала говорить, здесь по-новому тембр речи, здесь я уже какие-то новые цвета я выбираю, здесь мне нравятся уже какие-то новые мысли, здесь новые книги. Вот вам как будто бы цель надо поставить и каждый день задавать вопрос, что нового, да, если это профессиональная сфера, что по-новому, что по-другому я уже делаю. Как, то есть, делая акцент на новое, как минимум на неделю сделайте себе такое занятие, вы станете замечать, что действительно вы меняетесь. То есть, это занятие, оно вам поможет переключить свое внимание из прошлого на ваше нынешнее, даже не на будущее, а на ваше нынешнее. Поставить точку, завершить все, что связано было с страхами. Страхи вам не дают возможность увидеть, да. Они заставляют вас находиться в позиции какого-то выбора. А здесь уже выбирать ничего не нужно. Здесь уже все выбрано. Здесь просто нужно работать и продолжать совершенствовать ту себя, либо того себя нового, в котором, хочется сказать, которого человека вы превратились, да? То есть это как это, царевна-лягушка. Вы все еще видите себя в теле лягушки, а волшебство уже произошло, и лягушечья шкура уже брошена в огонь. Вы уже прекрасная царица. Наслаждайтесь этим, не мыслите как лягушка. То есть открывайте свой рот и говорите прекрасные слова, а не квакайте. Вот. Такая вот метафора, может быть, поможет вам понять. Позиция номер два. Красненький камешек. Сегодня какой-то такой расклад из экспресс, но мне нравится. Что вы не видите, двоечки? На что вы не замечаете, что вы не видите? Не обращайте внимания и правильно делайте, да, на какие-то сплетни. На какие-то сплетни, на какие-то ссоры, обиды на ваш адрес. Не обращайте внимания на то, что говорят о вас люди где-то. Ну, вот здесь такая какая-то вот бытовые какие-то моменты. И правильно делайте, хочется сказать. Почему? Потому что люди могут говорить разное. Там и критика, там и сплетни, и осуждение, и зависть, и желание вам причинить боль, а вы как будто бы на это не обращаете внимания. Еще раз скажу, и правильно делаете, молодцы, живите своей жизнью, делайте так, как вы считаете нужным, это будет правильно. Что еще вы не видите? Что может быть лучше? Король Пентаклей и Аркан Солнца, да? Деньги, удача, фортуна. Что-то такое позитивное, да, пока вы еще не видите. Скорее всего, если для кого-то важна личная жизнь, да, здесь присутствует король Пентаклей, человек, который о вас заботится, человек такой достаточно прагматичный, приземленный, но при этом человек богатый на финансы, на ресурсы, желающий с вами
разделить свои какие-то богатства, да, свой какой-то опыт. Это если не касаться личной жизни, то касательно вас, да, то вы не видите то, что у вас как будто бы появляется новая опора под ногами, более такая стабильная зона, где вы можете стоять плотно на своих двух ногах и радоваться жизнью. То есть какой-то, знаете, новый этап, такой достаточно стабильный, вот какой-то новый фундамент. То ли вы его выстроили, то ли, я не знаю, что-то случилось. Вы это не видите. Выпадает десятка кубков. Прекрасное. То есть вы не видите то хорошее, что сейчас с вами происходит. Этого вы не видите, и вы не видите то, что о вас сплетничают и говорят в негативном ключе. Скорее всего, то, что новое в вашей жизни рождается, это вызывает какую-то зависть, неприязнь и критику. Но это новое, вы еще сами его, как говорится, не видите. То, что принесет вам счастье, то, что наполнит ваши внутренние кубки удовольствием. Какой-то, знаете, вот здесь семейный успех, что вы одержали победу, что вот вы становитесь независимой, если вы женщина, независимой такой королевой жезлов, да, яркая, огненная, храбрая, позитивная, очень веселая, добрая, такая, знаете, доверчивая, но в меру общительная, на равных. Очень интересная личность, яркая, та, которой вы становитесь. Вот хочется сказать, вы находитесь в процессе становления. Так удивительно, если по первой позиции у меня королевы педакли выпали, то здесь двоечки выпали королевами жезлов, да, что вообще вам не свойственно было. То ли вы хорошо забытое прошлое, вот прям где-то в детстве, да, сейчас она заново по-новому раскрывается. У меня такое ощущение, что вот только вы плюнули на окружающий мир, то, что они говорят о вас, и больше стали заботиться о себе, вы стали больше себе нравиться и стали больше светить, и вам приятно, и миру то, что вы отдаете ему. Молодцы, молодцы двоечки, я прям очень рада за вас. Ваши последние изменения прям очень-очень радуют. Троечки, что вы тут не замечаете, да, что такого важного, значимого вы не замечаете? Свою силу. Свою силу, умение укрощать, причем так мягко, знаете, по-женски, с мудростью. Умение управлять своей силой, насколько вы сильны. Вы не замечаете своей яркости, своей энергичности. Безусловно, прошлый расклад про апрель месяц, он вас как-то вот психологически мог показаться в негативном ключе, но вы действительно не замечаете, насколько вы сильные люди. Причем не просто сильные, знаете, такие волевые, а в этом есть что-то позитивное. Вы не видите, насколько вы можете быть донором, насколько вы можете быть солнцем. Прям, знаете, вот такая мощь, которую, если действительно направить в правильное русло, можно создать много чего такого позитивного, созидательного, причем в огромных масштабах, не только как это влияние, чтобы это имело только на вас. А здесь такое ощущение, что вот ваша сила, вот эта вот ваша мощь, она может распространяться на большие такие габариты, да, то есть на большие размеры, на большое количество, даже в километрах может измеряться. То есть здесь такое излучение, такой свет, очень мощная энергия, что вы, знаете, хочется сказать, вне конкуренции. То есть вот ваша сила такая, что вот если вы ее действительно поймете, вы будете вообще вне конкуренции. Вы можете идти своим путем туда, куда вы хотите, достигать то, что вы хотите, и у вас не будет преград. Ваша преграда – это вы сами. Что еще вы не замечаете? Вот вы свою энергию, вот эту как раз таки не замечаете, потому что выпадает аркан умеренности, двойка жезлов и рыцарь жезлов. Умеренность говорит как раз таки про какие-то процессы, которые происходят внутри вас. И вам кажется, что вы где-то топчетесь на одном месте и никак нет никакого продвижения. Но продвижение идет, просто
А по аркану умеренности трансформация, она внутренняя, она медленная и она очень комфортная. Вот из-за того, что она медленная, кажется, что вот вообще ничего не происходит. Она плавная, но она настолько, как бы так сказать, знаете, в правильном ритме. Да, это воды оживляющие, это воды, когда здесь процесс регенерации идет не быстро, а он идет именно медленно. Почему? Потому что он идет качественно. Вот здесь идет про качество, а не про количество и не про скорость. А вы-то по аркану силы, вы-то мощные, вы-то сильные, вы очень энергичные, вам нужно все быстро-быстро, здесь жезлы, 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 оголи везде. А тут вдруг неожиданно выпадает умеренность. И вот вы не видите результата того, что происходит внутри вас. Те преображения, которые происходят внутри вас. И опять семерка педакли, все очень медленно, вы этого не видите. Да, вы не видите то, чем вы наполняетесь. Вот те изменения в состоянии вашей души, которые происходят, вы их не замечаете. А что у вас там происходит, что вы тут не замечаете? Угу. Нечто новое, очень важное, значимое рождается. Знаете, здесь такое ощущение, сейчас я вам приведу пример, когда, например, рождается ребенок, и у него как будто бы по судьбе прописано, что вот он станет каким-то государственным деятелем, да, каким-то вожаком, очень важным и значимым лидером, каким-нибудь политическим. И вот такое ощущение, что, вы знаете, этого ребенка с детства подготавливают, да, то он идет в особую какую-то школу, изучает там иностранные языки, как-то его подготавливают затем в университете. Очень долгий вот этот вот процесс. Для чего? Для того, чтобы не просто передавать ему знания, да, чтобы он был ментально подкованный, да, в знаниях, но и психологически, чтобы он был готов к давлению, чтобы он был стрессоустойчивый. То есть здесь вот какая-то такая подготовка к чему, к чему-то такому важному, да, кем вы должны стать, здесь ведет по аркану справедливости. То есть Паш Пендаклей, рождение чего-то такого нового, значимого, очень важного, как некий такой шанс, который дается, как говорится, раз в жизни. И дальше идет шестерка мечей и аркан справедливости, да, путь в абсолютно новое, но это новое, оно по справедливости, оно имеет какой-то вес и аркан высшего суда. Ну, ясное дело, вас ведут какой-то, вы знаете, значимой, ну, я не люблю эти слова, предназначение, миссия, но здесь что-то такое, что имеет влияние не только на вас и на людей ближнего вашего окружения, то есть семью, там родственников, все такое, а здесь вот на большее количество людей, да, то есть вот вас подготавливают, ваши трудности личные, ваши сложности, ваш путь, который вы проходите, такое ощущение, что вы потом будете про это рассказывать. Например, там человек, который болел раком, условно говоря, как Лиза Хей, да, и прошла путь, там, изнасилование было, и домашнее насилие было, и болезнь, и куча всего. И в конечном итоге весь этот путь она смогла, она победила, и в дальнейшем она написала книги, помогла большому количеству женщин именно пройти этот путь болезни, насилия и так далее, да, то есть психологически. Но для того, чтобы эти книги написать, для того, чтобы быть полезной другим людям, ей самостоятельно пришлось пройти через все эти невзгоды. Вот ваш путь, троечки, он такой. Я не говорю, что вы пройдете насилие, я говорю о том, что ваш путь, он будет сложный. Для того, чтобы вы в дальнейшем имели влияние на большую сферу людей. Но не просто через какие-то книжки, которые вы почитали и рассказали, а именно через свой личный опыт. Вот как будто бы вот вас закаляют, знаете, вот как тесто замесили, замесили для того, чтобы потом выпечь хлеб, испечь хлеб и накормить, как говорится, весь народ этим хлебом. Вот что-то здесь такое очень важное. Аркан справедливости и аркан высшего суда. Здесь что-то такое действительно ценное, значимое. Вот перерождение. Что по умеренности, что по высшему суду. Какое-то перерождение вас идет. Да? То есть вы
старое должны, либо старые должны умереть, и что-то новое должно родиться. Но новое не вы новый, а какой-то вот другой человек, какая-то другая личность новая. Абсолютно новая. Очень зрелая, очень мудрая. И такими людьми становятся только те, кто прошли сложный путь. Другого не дано. Вот такая вот у меня была и третья позиция, такой экспресс. Не знаю, насколько вам нравятся такие экспрессы. Может быть, если нравится, я буду почаще делать такие экспресс-расклады. Кому-то нравится, может быть, и... как она называется? Углубление. И следующие два расклада у нас будет в формате руки, да, я уже забыла. Вот, но... сделаю. Зависла. Хочу вам пожелать прекрасной, отличной солнечной недели, всего самого наилучшего. В ближайшее время обязательно проведу эфир, да, нашей беседки. Напишу анонс, не пропустите в разделе сообщества этот анонс. Вот, также анонсы я буду писать в Телеграме, в канале. Вот, кто там подписан, увидите это. А я с вами прощаюсь, вам самого наилучшего. Пока-пока.